Дисциплина – это не тюрьма, а ключ к свободе. Каждый шаг, даже самый маленький, приближает меня к цели. Я понимаю, что успех не приходит мгновенно. Это результат последовательных действий, которые я выбираю делать каждый день. Когда я придерживаюсь плана, я чувствую, как уверенность растет. Важно помнить, зачем я это делаю. Моя цель – это не просто мечта, это мой путь. Я верю в себя и свои силы. Каждый раз, когда мне трудно, я напоминаю себе – это временные трудности, которые делают меня сильнее. Дисциплина – это возможность раскрыть свой потенциал и достичь того, о чем я мечтаю. Я иду вперед шаг за шагом, с верой и решимостью.